Я думаю, что никто в стране, там, я не знаю, не мог представить в страшном сне, что мы будем там в каких-то таких вот отношениях с Украиной, что какая-то там будет заваруха, война, и вообще, что такая вот, что я читаю там какие-то комментарии в ленте по поводу нелицеприятной такая ненависть и там и с одной, и со второй стороны. То есть я даже не могу представить себе, что такое вот, что это вообще вот реальность, потому что Украину я очень люблю, у меня не то что украинские корни, но просто у меня предки с бабушкиной линии, там из Кировограда, бывший Елисаветград еще тогда, это под где-то между Одессой и Херсоном. Вот, в Одессу, в Киев все мы ездили на съемки, все мы знаем киевских и украинских актеров, то есть, ну, это просто наши братья, и у меня очень много друзей в Киеве, и вот само то чувство, что как-то существует какая-то опасность мне туда поехать, меня это очень дезориентирует. И я бы, конечно, мое желание, чтобы это быстрее все закончилось, как-то там, я не знаю, наше правительство договорились и все как-то вернулось в прежнее русло, потому что находиться в таких состояниях конфронтации — это отвратительно просто. Именно по отношению там, ну, знаете, еще там, я не знаю, с китайцами, с какими-нибудь, но с нашими родными это просто безумие.